Русские «Витязи» прилетели в Барнаул и первым делом покружили над городом, осмотрев не только достопримечательности, но и площадку у набережной, где будут выступать на День города. Празднования в этом году пройдут 31 августа. А после приземления, по традиции, хлеб да соль. Так радушно пилотов встретили не случайно. Все же в Барнауле они ранее не бывали. «Витязи» сформировались в 91 году и стали первой в мире командой, которая выполняет групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях. Ранее в краевой столице на дне города выступали «Стрижи» на «Мигах» и «Соколы России» на Су-27. Здесь представлены самолеты Су-30СМ, так называемое поколение 4++. Вот, прекрасные машины производства Иркутского авиационного завода. Самолет такой с широкими боевыми возможностями, очень с изменяемым вектором тяги. Вот, то есть все вот эти современные атрибуты на нем присутствуют. Следующий вылет 30 августа. С 3 часов дня до 3:30 «Витязи» будут тренироваться над Обью. Как отметили летчики, особых сложностей площадка не вызывает. Посмотреть на высший пилотаж можно будет с Нагорного парка и набережной. Вы видите, прибыло сюда 7 самолетов, 7-й резервный. Пилотаж будет в составе 6 самолетов. Вот, это будет и групповой высший пилотаж, вот, будет встречный пилотаж и одиночный пилотаж. Да практически весь набор фигур высшего пилотажа будет. Это и петли, и бочки, и виражи, и все. Все это можно будет посмотреть уже 31 августа с 5 до 6 вечера. Однако это при условии хорошей погоды. Например, такой, какая была сегодня. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.